Дан старт седьмой скачки. Приз «Иремель Душа Урала» для лошадей 3 лет и старшего возраста башкирской породы. А скачку возглавил Урал Дали Урман. Урал и Урман повели скачку. Урман ведет скачку. Далее сынок и Данлы. За 29 секунд пройдены 300 метров дистанции. Урман, сынок, Данлы, Алтынай, Камал. В таком порядке скачут участники седьмой скачки. Проходят перед трибунами. Скачку ведет Данлы. Тут же по бровке Урал. И сынок. Урал, сынок, Данлы. Лидеры седьмой скачки. За 42,9 пройдены 500 метров дистанции. Сынок ведет скачку. Далее Урал, Данлы, Урман. Камал отстал. Урал, Данлы, Урман, сынок. Один из участников съехал с дистанции. Сынок, Урал, Данлы, Урман, Камал. Сошел с дистанции Алтынай. За 45,5 секунды пройдены очередные 500 метров дистанции. Сынок, Данлы, Урман, Камал. В таком порядке скачут участники седьмой скачки. Выходит на финишную прямую. Итак, финишная прямая седьмой скачки. Приз «Иремель. Душа Урала» для лошадей 3 лет и старшего возраста башкирской породы. Заканчивает скачку победителем сынок. Далее финиширует Данлы, Урман, Урал. Заканчивает дистанцию 5-й номер Камал, и 2-й номер Алтынай съехал с дистанции, не закончил скачку.